Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на Like of Baby и добро пожаловать на прохождение Fallout New Vegas. Усаживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра, мы продолжаем. Сегодня будет квест под названием «Сплошные заботы». Так, ну давайте посмотрим, что нас тут ждет, наши бравые тут всех. Ух ты, нифига себе, хламище тут. Загрузить данные записи об исследовании. Замечательно, направляйтесь вместе с Вероникой в терминал. Посмотрим, что у нас тут. Да, именно то, что я и думала. Импульсный пистолет. Хотя нам подошел бы и дальномер. И кажется, НКР разрабатывает какую-то сельскохозяйственную чудо-технологию. Ага, так, и что такое импульсный пистолет? Довоенное электромагнитное оружие. Экспериментальное. Никогда массово не производилось. Но его разрабатывали как противовес для силовой брони, которую вроде бы создавали китайцы. Предположительно, прототип хранился в Нелисе. Представь себе, что такое оружие может сделать с братством. Любой идиот с ружьем может нас побить. Хм, интересно. Так, сельскохозяйственные технологии, ты шутишь? Более или менее. По слухам, это стимулятор роста растений. У НКР есть научный отдел, расположенный в аэропорту Маккаран. Думаю, они там что-то нашли. Кажется, кто-то не очень хорошо хранил секреты. Мы никогда не стали бы за ним гоняться. Это не оружие. Но для нас критически важна самодостаточность. Если это сработает, они увидят преимущества другого курса. Так, расскажи мне дальше о Дэймоле. Это целеуказатель для какого-то супероружия, что находится на Гелиосе. Его потеряли вскоре после войны. Мы какое-то время удерживали Гелиос. Потеряли много людей, чтобы его защитить. Слишком много. Все из-за оружия, которое так и не заработало. Если это окажется пустышкой, станет ясно, насколько искажены были наши цели. Отец Элайджа сказал, что какой-то старатель вроде продал его на стрипе. Так, давай поищем импульсный пистолет. Да, они дважды подумают, прежде чем связываться с НКР. Если будут знать, что такое ружье где-то ходит. По записям начинать поиски нужно на авиабазе Нелис. Он предлагает порыться в картотечных шкафах и компьютерах в кабинетах старших офицеров. Угу. Может, стоит лучше поискать дальномер? Они защищали Гелиос, будто это был их последний бой. И даже не знали, есть ли там что защищать. Да и могло ли, с учетом всего, что мы потеряли. Даже если оружие и работало, сейчас оно в руках НКР. Так что это докажет либо то, что наши цели не верны, либо что мы не можем их достичь. Во внешнем Вегасе есть ломбард, где мы можем начать поиски. И я слышала, что на стрипе есть магазинчик, который торгует довоенными древностями. Так, отлично, мои планы изменились. Давай займемся электротехнологией. Отправляемся на поиски. Мне нравится ход твоих мыслей. Так, что у нас еще можно тут шаманить? Водку брать не будем. Сколько сигарет, нифига себе, только выкурено. Так, это что у нас, пачка сигарет? Не будем брать. Мед возьмем. Так, суперклей. Ну и все, по идее, да? Может, нам тут нечего ловить. Так, слушай, это завод мы... Нашли уже? Да, это я вот. Так, оружейник. Я сначала оружейник посмотрел, у него восполнились крышки. Что последний раз я посещал? Добро. И у него было 29 крышек, а 8 тысяч, все нормально, можем опять что-то продать. Замечательно, ребят. О, револьер. Да? Так, осколочная граната. О, лопату мы не будем продавать, просто нам нужна для скапывания могил. Надо ее, кстати, кому-то дать.
Так. Замечательно. Так, замечательно. Давайте, сколько у нас почти вес? 52, ну, в принципе, нормально. Все, лишние потрошки купил. А лишние продал, лишние купил. Что нам не хватало? Ну, нам, в принципе, ничего не хватало. А все, в избытке есть. Пока, правда, с оружием не могу определиться, не нахожу прям имбаланс на какое-то оружие, которое можно прям карать и карать. Пах-пах-пах-пах. Какой странный робот. О! Ну давай! Все будет быстро! Все будет офигенно! Кстати, в этом месте постоянно роботы, бандиты нападают на нас. Эй, это ты? Да-да-да, три стимулянта. Кстати, каждый раз, когда я в этом городе появляюсь, они мне каждый раз то два стимулянта дадут, то три стимулянта дадут. Какие молодцы. Так, дайте я зайду к своему пёс у нас тут. Потому что в номере у меня его нет, пса. А вот он, пёс. Мужик, его... Я так понимаю, он в номер, да, побежал наш? Да. В номер пентхаус. Просто у меня все там напарники находятся, а его там не было. Я понял, зачем-то он сюда прибежал. Наверное, повидаться со своим бывшим хозяином. И теперь обратно побежал. Я, кстати, жалко, вот сюда-то больше не могу, вот на это место. Постоянно приходится от дальнего это бежать. Проходите. Проходите. Я, кстати, пока бежал сюда и забыл, зачем мы сюда пришли. А зачем мы сюда пришли? Для какого... Для что там? А, ломбарда, точно. Тут спать невозможно, скажи. И где у нас ломбард? Вот этот? Извини. А не пойму. А, да еще дальше. А куда дальше? Там живут. А, я, кстати, в этом районе ни разу не был. Хм. Интересно. Я сюда еще не заходил. Так. Замечательно. А вы подойдете, девушка? Девушка! Она, кстати, меня прям услышала. Привет, я Сара, Сара Вайнтро. Добро пожаловать в лучшую в мире гостиницу-убежище. Так, а мне, пожалуйста, комнату, я что-то продаешь, сувенир на лавке? У меня тут все, что угодно. Сувениры из убежища, утварь из убежища, машины из убежища, памятные подарки, одежда, а также множество других вещей из убежища. Я ищу старинный дальномер, у тебя его не найдется? О, почему их так мало? Такой спрос. Мог бы быть бестселлером. Я недавно продала его одному человеку. Такой дерганный, нервный тип. Похоже было, что он вроде под кайфом, что ли. На нем был странный такой ошейник. Я хотела про него спросить, но подумала, не пожалею ли. Люди тут странные. Так, какой ошейник? Ну, металлический, толстый такой. Сначала я думала, он из Гаморы, но они больше по коже.
выглядело не слишком удобно. Он все время дергался, будто почесаться хотел, но каждый раз себя останавливал. Его, походу, током било. Так, ты не знаешь, откуда он? Нет, но я знаю, куда он направлялся. Он спросил меня, не знаю ли я место, где можно на время спрятаться. Хотел куда-нибудь, где бетонные стены. Что-то насчет радиоволн. Забыла уже. Но, думаю, он потратил все деньги на дальномер. Сказал, что ему нужно место, где можно пожить бесплатно. Так, и что ты ему сказала, Сара? Я сказала, что не знаю ничего похожего в округе. Но если ему нужно где-то пожить за даром, то много людей живут так во Фрисайде. Я знаю, там есть бетонное здание напротив заведения Мика и Ральфа. Там нет крыши, но оно может подойти. Однажды я была там, чтобы осмотреться и, ну, понимаешь, познакомиться с соседями по бизнесу. Но знаешь, по-моему, они не приняли меня всерьез. Так, как он выглядел, говоришь? О, я бы сказала довольно обычно. Средний рост, средний возраст, темные волосы, борода какая-то. Так, по правде говоря, я хочу расспросить тебя. Ладно, о другом, я могу красотка. Что-то еще для тебя сделать? Так, мне, пожалуйста, комната. Так, посмотри, что у тебя есть на продаже. Погляди. Погляди. Он так это говорит. Так, это мы возьмем у тебя, мадам. Так, что, ланчбокс? А, и все. Тьфу ты. У тебя больше ничего нет, мадам. Спасибо. У меня... Так, еще чудо. Покажи, что у тебя там есть. Ну, у меня... Как насчет... Так. Сара, подождите-ка, у тебя есть инструменты из убежища? Ну, да, но кому нужен неисправный сенсорный модуль или баллон с азотом? Все, что пользуется... Подожди, подожди, мать. А, красноречие, не знаешь, кожа моя специ... Так, что? А, знаешь, кожа моя специальность. Развернуть, разогреть, передать блеск. Правда? Ну, не знаю даже, что на это сказать. Красноречие. Только не говори, что здесь и сейчас мыши не хотим распугать клиентов, правда? Ха-ха-ха. Ладно, может, поможешь мне, а я пока подумаю, куда приложить твои способности. Так, Бартер, жалко, что ты не можешь чинить костюмы бомбистов. Они очень похожи на комбинезон убежища. Эй, кто сказал, что я не могу их починить? Тащи мне и эти бомбокостюмы тоже, ладно? Считай, сделано. О, я так счастлива. Какая ты душка. Так, подойди, подойди. У нее что-то еще можно, нет? Рада видеть тебя. Так, подожди-ка. Отель убежище до войны здесь было так же? Нет. Так, но это мне не важный разговор вот этот, что он мне будет рассказывать. Ладно, иди за мной. Нравится, мы немедленно пойдем в убежище. Надеюсь, этот ошейник не то, о чем я думаю. Что же ты наделал, Элайджа? Так, она мне экскурсию делает. Убежище 21. Этот бункер защищает вход в убежище. Крепкий камень снаружи, ну, нет, и чисто. Толстая сталь внутри. Привет. И? Давай, мать, газуй. Интересно. Мать, ты так долго идешь? Писец. А, я сам быстренько сейчас все осмотрю. Реально, так долго идет, ковыляет. Над нами находится центр управления системой жизнеобеспечения этого уровня. Электросеть, антирадиационные щиты и все такое. Не потеряйся. Так, слушай, она обидится, если я... В моем убежище много коридоров. Если я полазю в нее тут... Здорово.
комнат, хоть оно больше и не сильно. Да, там что-то было, да? Вот еще раз. Было или нет? Карма мне. Да не вот. Вот бы хоть одним глазком заглянуть в Лаки 38. Тут мужики еще есть. Мужской голос. Здесь мы решали крупные конфликты между этажами убежища. Здесь представители этажей играли друг против друга. Не припомню друга. Раньше таких роботов. Ребята, тут уже складывается репутация. В пользу своей стороны. Что, ты обратно? Приятно тебя видеть. Что он убит швалью? Подождите, подожди. Подождите-ка. Как много проходов тут. Тут завалено. Тут завалено. Так. Это куда мне ведет? Ёшкин кот, лабиринт тут у них. Я думаю, просто может я найду что-то такое. Но вторая теперь залита бетоном. Вот и все. До новых встреч. Вот рада тут какая видеть. Экскурсия интересная. Я у... Мое убежище простирается далеко и глубоко. И... Я уже понял. Нет, глуп. Так, и последний, да, вопрос. Может, какой-нибудь что-то откроется? Прощай. Ничего интересного тут у них нет в убежище. Я думаю, привет, что интересно. Что, ты обратно? Ты обратно? Не припомню раньше что? Таких роботов. Твой приятель слишком культурный для здешних краев. Кроватки. Ванна, нифига себе тут. Притом целая ванна. Это какой-то элитный, походу, номера, да? Привет, красотка. Эй! Так, выходим, короче, отсюда. Ничего тут неинтересного нет. Я думал, что тут будет интересного. Ага, тут недоступно, смотрите. Так, надо уходить отсюда. Так, а тут что у нас интересно? Тут у нас кто за пост спит? Филч? Это тоже недоступно. Интересно, интересно, что же они скрывают? Так, я тут был-то, как раз тут выход. Вечер добрый. Вечер, пат вам. Прикольно, кстати, убежище тут. Чистое такое.
Так, ты обычный, да? Ты обычный. Что у нас тут еще? База НКР, кстати. Чем могу помочь? Не-не, я ищу Крокера. Он в главном... Это посольство НКР. Ага, посольство, все-все-все. Все-все-все, до свидания. Когда меня сюда назначили, мне казалось, будет больше развлечений. Полиция НКР, да? Ты молодец. Так-так-так. Туалеты. Ха, мужчина, мужицкий, вы что тут делаете? Не буду сломать. Воровать мы ничего не будем, посмотрим. Так, и вот это здание давайте зайдем, глянем, может квест какой-то позже дадут. Я тут ни разу тоже не был. Добро пожаловать. Мы сейчас пробежимся. Посол Крокер в своем кабинете. Хорошо. Так, ёшкин кот. Слышала, вы встречались с мистером Ха... Так, подожди, мать. Да я быстренько пробегусь, я вообще тут ради другого пришел. Я думаю, что тут кто квест даст, не квест даст. Добро пожаловать в Вегас. Добро Видите пожаловать. Себя прилично. Чё, убери оружие. Так. Военный. Так. Тебе помочь? Ну да, немножко заплутал. Где у вас тут сидит ваш мэр? Так, это кладовка. Походишь патрулем по Мохаве. По неволе затаскуешь о ядерной зиме. Так, опачки. Не лип последний отчет. Не-не, воровать мы не будем ничего тут. Кстати, реально ни разу я рад, что у тебя получилось. Это очень важно. Так, я слушаю вас. Постараюсь изложить ситуацию как можно проще, чтобы не тратить твое и мое время. Угу, давай, НКР сейчас в довольно сложном положении со всеми делами с мистером Хаосом и Легионом. И, несмотря на твою репутацию и предыдущие действия против НКР... Так, слушаю, продолжайте. На северо-востоке есть поселение. Его жители называют себя бомбистами. Угу. Они сидят на арсенале, который нам бы очень пригодился. Я предлагаю тебе встретиться с ними. К сожалению, бомбисты необщительны и... Я понял, с вами, короче, соединиться. Вообще-то мне... мы... Так, вообще-то мы уже знакомы, мы друзья. Отличная новость. Так они нам помогут? А бомбисты согласятся мне помочь. Отличная работа. Не могу даже выразить, насколько это ценно. Видите, какой молодец. В любом случае, тебя уже ждет другое задание. Завершено. Но мы можем поговорить о нем позже. Нет, отдохни. Давай.
и возвращайся, когда захочешь заняться им. Давай я сразу возьму его, любимец, свести ваш. Уж подожди, я же взломать не смогу, не да, нет. Давай я сразу хорошо, задание возьму, есть друзья. А потом приступлю к нему. И, конечно, я займусь этим. И я просто займусь им просто попозже, этим заданием. Так, замечательно. Так, ты взял задание? Взял, да. То можем валить. Вот. Ради этого мы и сюда пришли. Карта мира. Оружейник. Иди вот в этом здании, да? Он где-то должен быть. Так. Эй, это ты тут шатаешься в округе и помогаешь... Так, спасибо. Вот-то как-то... Так, есть один попрошайка, который нам может все рассказать об этом. Это он? Вот он. Чего? Нет, это не он, другой был попрошайка. Я ищу владельца старинного пистолета. Что? Что это за смех был? Если скажешь у кого-то, недавно видел старинный пистолет, и эти 10 пишет твои. Дети пробегают иногда. Дети, говоришь? Эй. Эй. Наверху, что ли, они? Где детишки? А ну проснись, малец. Проснись и пой. Дядя, достань до неба. Это я же у тебя покупал. Это... О, блин. Это все равно куча денег. Я согласен. Так. Да... Замечательно. Кстати, мы уже покупали этот пистолет у него. Хорошо, самое интересное. И он у нас есть, кстати. Он у робота лежит. Так, подожди. Включил? Включил. Так, а что нам нужно теперь, товарищи, сделать? Найти способ активировать Дальмер. Встречать вместе с Вероникой старейшиной. Электростанция. Кстати, на электростанции у нас тоже есть один небольшой квестик. Так, мужчина, со мной переговорить? Большая честь говорить с вами, сэр. Да ладно, что ж, какая большая честь, что ты такое говоришь? Проволочный забор бесполезен. Все равно, что клетку оборонять изнутри. Упал. Так, а куда нам... Совсем понимаю. Куда мы идем? Правильно, неправильно? Надеюсь, я правильно иду.
Угу. Оно в эту сторону вроде бы. Так, смотрите-ка. Здравствуйте. Какого хрена тебе здесь надо? Они собираются поставить тебя на мое место? Ты меня чё... снимают, а? Чувак, ты чё так? Успокойся, успокойся. Я не собираюсь никого заменять. Точно уж не собираешься. Точно, нахера им? Ты этого парня не переплюнешь. Еще немножко времени. Фантастик всегда выплывает. Так, в чем заключается твоя работа, что товарищ значит, фантастик? Что значит, в чем заключается? Я тут главный. Здесь все от меня зависит. Нет фантастика, нет электричества. Вся НКР у меня на побегушках. Хе, это круто. А, что ты так? Как-то получилось работать. Элементарно, блин. Они ходили от дома к дому, искали ученых. Я им сказал, что больше ходить никуда не надо. Вот он, ученый, стоит перед вами. Они спросили, знаю ли я что-нибудь о силовых электростанциях. Я сказал, не меньше других. Потом еще спросили, типа, теоретическую физику знаешь? Ну, я не растерялся, ответил, теоретически у меня есть диплом по физике. Они сказали, добро пожаловать на борт, парень. Так, ты, получается, обманул их, а? Ты хулиган. Боюсь? Я что, выгляжу испуганным? У меня все под контролем, малыш. Никто не может делать то, что могу я. Что им ты занимаешься? Блин, тупой вопрос. Всем! Я жму на кнопки, я дергаю рычаги, я читаю числа. Иногда я придумываю, что могли бы значить эти числа. Хм. Во, один раз я представил, что это кот от убежища, где живут одни голые бабы. Охрененно круто, да? Ну, так, похоже, ты вообще не представляешь, что тут делать. Нет, блин, я все отлично представляю. Просто не знаю, к чему все это может привести. Там вот находится пульт управления, а эта штуковина считывает сигналы компьютерной сети. Большая кнопка вон там издает страшные звуки, ну а если что-нибудь засунуть в эту щель, то полетят искры. Каждый день узнаешь что-нибудь новенькое. Хм. Так, что ты пытаешься сделать? Ну, видишь, мы получаем энергию, потому что чувак, который здесь заправляет, бесподобен. Но зеркала во дворе направлены не вполне точно, поэтому наша эффективность всего 1%. И находятся уроды, которым это не нравится. Проблема в том, что основной узел управления не здесь, а в башне. А там чумовая система безопасности, которую долбанные НКРовцы умудрились включить, когда захватили комплекс. Двоих, да, только это убил. Другой квест, я понял. Теперь они близко туда не подходят. Это другой квест. Они хотят сделать омлет, но яйца-то не бьются. Небось, понимаешь, что я на эту тему думаю. Так как можно направить зеркала? В здании есть два терминала. Они управляют зеркалами. Я попытался похимичить с ними, но не слишком продвинулся. Тебе нужно связать их с компьютером в башне, а затем сделать остальное уже из башни. Это моя догадка, но звучит хорошо. Эй, ты же не думаешь пойти туда? Иду. Ладно, если ты дойдешь до компьютера, не забудь направить энергию куда нужно. Я имею в виду на Стрип и Макарон. Почему энергию нужно направлять на Макарон? Потому что мне за это платят, вот почему. За киловатт-час. Что это за хрень, не знаю. НКР хочет, чтобы энергию направляли туда. Значит, я этого хочу. В общем-то, знаешь, что сделай это? Может, я тогда замолвлю за тебя словечко? Типа, маленький помощник фантастика. Такая репутация дорогого стоит. Так, до свидания, вот, товарищ. Это тебе понадобится. Это пароль к одному из терминалов во дворе. Он был написан на дверце туалетной кабинки. Хорошо. Так, ну мы ради другого сюда пришли, да? Мы пришли ради другого квеста? Ну, так, подождите. Не ожидал, ты... Так, и я солдат. Это говорит о многом. НКР, на чьей-то стороне? Так, знаете, это твоя теория, чем... Почем мне знать? Ты ведь можешь и убить меня за мое признание. Кому ты служишь, товарищ? Ну хорошо, да. Я принадлежу к последователям апокалипсиса. Если ты не в курсе, мы стремимся к миру и распространению знаний. Знаний, которые не должны быть утеряны в нынешнем жестоком мире. Теперь твоя очередь. Так, мои желания совпадают с твоими. Это обнадеживает. Хотя у многих, кто уверял в этом последователи апокалипсиса, на протяжении долгого времени были совсем другие намерения. Но если это действительно так, послушай моего совета. Гелиос-1 таит в себе огромную опасность.
Поэтому прежде чем принимать любое решение, хорошенько подумай, чьи интересы ты отстаиваешь. Некоторые знания должны быть похоронены вместе с остатками старого мира. Так, Гелис один и тот же, ведь это... Я и сам до конца не знаю. Нам только удалось найти записи, свидетельствующие, что компания занималась не только энергией, но и разработкой оружия. Я видел здесь оборудование, маркированное армейской символикой, использовавшееся до войны. Система наведения, вибродатчики. Одно кодовое слово постоянно повторяется в бумагах, которые здесь нашел. Это слово «Архимед». Да, я раньше никогда не встречал ничего подобного технологическим новшествам, имеющимся здесь. Кое-что напоминает оборудование Анклава, но куда более продвинутое. Оружие, базирующееся на этих технологиях, может быть смертоносным, вне зависимости от того, кто его использует. Неудивительно, что братство так держалось за него. Так, братство стали знать об Архимеде? Я не знаю, что им здесь было нужно, но сомневаюсь, что они интересовались лишь электричеством. Когда НКР впервые заявились сюда, объект был под контролем братства. Обычно они держались подальше друг от друга, но тут почему-то ситуация изменилась. Интерес братства к довоенным технологиям всегда сводился к оружию. Похоже, оно хотело овладеть Архимедом, когда появилась НКР. Так, НКРовцы попросили меня помочь увеличить мощность электростанции. Тогда так и сделай. Пока энергия поступает в региональную сеть и не используется как оружие, нам нечего бояться. Если тебе удастся восстановить подачу энергии, ты можешь послать ее куда захочешь. Тогда они не будут копать дальше. Я хоть и не могу обойти охранную систему башни, кое-чем могу тебе помочь. Мне удалось узнать пароль от одного из терминалов управления отражателями. Тебе он пригодится. Так, спасибо. Так, куда мне следует направить энергию? Нет сомнения, что у НКР есть планы на этот счет. Но, пожалуйста, не направляй энергию только процветающим сообществам. Многие отчаянно нуждаются в энергии. Равномерное распределение – наиболее рациональное и гуманное решение. Ну, я понял. Я ученый, а не боец. Система безопасности башни... Так, ну ладно, это все. Так, и вот это последний, спросим его. До свидания! Привет. Подожди, нам сюда же вообще? Да, сюда. Так, подожди. Ты запутался. Так, сколько еще слов осталось? Одно слово, да? Нормально. Так. Разве не деактивировал я? Ступаю, стой!
Ники. Я просто не знаю, может, нам сюда не надо было заходить. Не разрешено. Один кавер-пацаны на меня нападут. Как нападут? Как нападут? Так, а где мать? Ты чё, мать, там забыл? Чё не идёшь? Блин, это не надо было подбирать. Я там подобрал случайно. Средство. Забираем. А, ну все, забираем, да, тогда. Гранаты забираем. Так, чемодан пуст. Способ прибежать дальномер. Так, возвращайтесь. Район чист. Продолжаю исполнение протокола поиска. Привет, сюда что серьезно, да, нам нужно. Разрешено открыть огонь на пороге. Статус. Все системы работают в приемном режиме. Сейчас НКР на меня не нападут из-за этого. Не буду я нигде сохраняться. Так. Можно. А мы не можем поспать, да? Ты думаешь, ты сможешь от меня спрятаться? Сейчас ты узнаешь, как это сам поступает с Коми. Это Рафаэль, это Коми. Так, где он? Где? Есть кто-нибудь? Нет, не вижу.
пожалуйста, выйдите из укрытия и назовитесь законопослушным гражданам. Нечего бояться. Пожалуйста, выйдите из укрытия и назовитесь законопослушным гражданам. Нечего бояться. Идет поиск противника. Пожалуйста, покиньте район на время восстановления порядка. Вступаю в бой. Бой системы. Насилие недопустимо. Так, электрические батареи я забираю. Куда дальше нам? Швейные машинки. Обычной шпилькой взламываем вот такие двери, да? Так, мы не будем брать. Так, что тут у нас еще интересного есть? Печка. Так, давайте захаваем мы там. Я там еще, кстати, случайно что-то лишнее взял. Пульверизаторы, что ли, взял я. Где они у нас сейчас? Их надо выкинуть. Так, вот они. Сенсор-модуль, да, взял я. И маленький обгоревшую книгу тоже взял случайно. Сансу Старк мы выпиваем с вами. Закусываем тоже обязательно. И все, да. Так, сюда? Да, сюда. Дайте глянуть, мне ничего больше тут нет у нас. Атомный коктейль. Мы так далеко зашли сюда. Но военная книга. Так, вещи, а где? Слушай, подожди, подожди. А там что за эти? А, ну-ка. Здравствуйте. А ты со мной не будешь говорить? Куда он пошел?
Куда он пошел, интересно? Так, он ремонтирует что ли? Или он для красоты? Так, весь регион критический уровень. Артемид 2. Весь регион, да? Включи защитную систему Архимед. Начальное испытание. Скрытие Архимеда. Так, я правильно сделал тут? Вообще, я что-то потыкал, короче. Ну, я понял, я энергию, короче, разместил на всю территорию, да? Ну, что ты, мозг еще есть, офигеть. Имплытяне, что ли? Я надеюсь, правильно, что я делаю. Подожди, дай, робот. Консоль не отвечает для правильного. Так. Так, нужно включить в часы максимальной интенсивности солнечный свет. 9. Да, 3. Ага, а сейчас сколько у нас? А сейчас... Ну подожди, с 9, вот же, с 9 до 3. Трат до 3 часов дня. На настройке тебя не следует привести исполнение главный компьютер башни, иначе активно соединение с двумя терминалами. Один обзорный уровень. Что с Вероникой? С Вероникой. Ну-ка, Вероника. В чем дело? Так, поможешь мне куда-нибудь изготовить? У меня есть вопросы. Он был уже мертвый, когда я... Так, расскажи, брат Соли, слыхал про парня по имени Бенни. Знаешь кого-нибудь, не бегайся. Так, подожди, не то же. Нет, это не нужна вся информация. Мать, подожди. Вот ты меня запутала. Там написано обсудить. Я занимаюсь снабжением. Это не то, мать. Я понял, что тебе про братьев Стали все тебе нравится. Но это не та информация, которую я хотел бы обсудить. Так, ладно, не нужно. Кипирок, у меня есть вопросы. Толь. Конец. Я люблю. Значит, это, да. Это все не то, что вот это, я понял. Такое ж. Это все не то, мать, я понял. Конечно. Это такие разговоры, которые мы лучше у ее узнаем, но мне некогда просто по временем узнавать ее лучше. Она...
Вот видите, кого она влюблялась, какие платья нравились, все не то это. Так, подожди. Кстати, проникнуть остаются возможности. Слушай, а тут спуститься нельзя вниз как-нибудь? Так, давайте я спущусь сейчас, чтобы сэкономить на время. Секундочку. Так, вот он. Угу. Туда. Гениально. Общий западный терминал управления. Так, что он там? Давайте вылечим головной мозг нашего. Замечательно. Короче, давайте, ребят, на этом с вами остановимся, потому что у нас и так много времени заняло это все. Завтра, в принципе, продолжим. Ритуальчик, узнайте. Лайк, подписка и коммент. С меня видосик не болит, не чекайте. Всем хорошего настроения. Увидимся с вами в следующих сериях на канале Лайков Гейм. Ну, а точнее, уж завтра. Всем пока, ребята.